Всем привет, с вами Ювка. Сегодня я записываю видео по сампу. Я сегодня хочу поговорить о вещах, которые были раньше читами, а сейчас они стали фичами на лаунчере. Сразу перейду к сути. Эти фичи — это NoBike, Автобайк и Infinity Run. Начну с NoBike. Как видите, я сейчас нахожусь на велосипеде. И раньше, когда вы врезались в какие-либо препятствия, вы падали. Я думаю, я вставлю на монтаже футаж о том, что я врезался куда-либо и упал. Но в данный момент, имея полностью прокачанный скилл мотоциклиста, я не буду просто падать. Я вот врезаюсь, и мне ничего нет. Абсолютно. Этот скилл прокачивается аккуратной ездой на мотоциклах, либо же покупается за АЗ в донате. Я рекомендую купить за АЗ, потому что кататься на мотоцикле вам придется слишком долго, это не стоит того. Следующий бывший чит, ныне это фича лаунчера, в том же самом скилле вы можете посмотреть навыки велосипедиста. Это автобайк. Раньше вам приходилось нажимать и флудить W, чтобы разгоняться. В данный момент вы можете, набрав небольшую скорость, зажать просто W. Вот сейчас я просто зажал W, я ускоряюсь самостоятельно. Это автобайк. Либо же я могу своими руками с места сразу же стартовать, флудя самостоятельно W, как я привык, в принципе, сам играть. Но если вам удобно, можете использовать данный кубочек чип, как бы фичу, в своих целях, если вам так угодно. Лично я мог бы играть и по старинке, мне привычнее full DW. И последний на сегодня чит, о котором я хотел бы поговорить, это Infinity Run. В том же самом скилле вы можете посмотреть, у вас должна быть выносливость на 100%. При выносливости в 100% выносливость качается в спортзале, на велотренажерах, либо на беговых дорожках. Вы не будете уставать от соло совсем, вы сможете бежать бесконечно. Это и называется Infinity Run. Так как это фича лаунчера, вы можете спокойно ее использовать, как и остальные фичи в данном видео, если вы их открыли при помощи прокачки, либо за АЗ. Также мускулатуру и выносливость можно купить за АЗ. Вы цену можете узнать в донате, если вам это интересно. Немного слов про выносливость. Если вы бегаете без полной прокачки выносливости, то есть без Infinity Run, вы сможете бежать ровно одну минуту. А по крайней мере, лично для меня вышли такие замеры. А может быть, мои данные не точны. Так что, верить или нет, это ваше мнение. На данный момент это все читы, которые стали фичами. Так что, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Данное видео вышло на Boosty гораздо раньше, чем на YouTube, так что если вы хотите поддержать меня и видеть видосы раньше, чем они выходят на YouTube, ссылка в описании. Также не забывайте вступать в Discord, чтобы получать уведомления о новых видео и общаться со мной, если вас интересует задать мне парочку вопросов. Спасибо за просмотр, всего вам доброго.